Всемирный фонд дикой природы активизирует охрану в местах обитания снежного барса и подводит итоги года по мониторингу Ирбиса с помощью автоматических камер. В октябре оперативная группа природного парка Тыва и сотрудники Госкомохотнадзора Республики выехала на территорию кластерского участка Шуй. Инспекторы проделали 250 километров пеших и 734 километра автомобильных маршрутов. Основными задачами рейда стала проверка автоматических камер, установка новых фоторегистраторов и поиск следов жизнедеятельности Ирбиса. Анализ кадров автоматических камер подтвердил присутствие в природном парке Тыва нескольких особей снежного барса. Фотоловушки зафиксировали проходы Ирбиса, получившего имя Минги. В объектив камер попала и звезда, молодая самка снежного барса. Возможно, она была одной из тех котят, которых фотоловушки засняли в этом же урочище в прошлом году. Третья фотоловушка на высоте более 2000 метров над уровнем моря поймала в объектив еще одного ирбиса по имени Тайга. Кроме снежных барсов, камеры сделали снимки манула и сибирских горных козлов.